Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня приехали отдохнуть дача Дель Соль в городе Анапа, поселок Витязева. Вот такой холл, вход. Слева ресторан, получается, шведский стол. Справа ресторан Дель Соль. Он платный, можно посетить его за дополнительную плату. Здесь же рядом бутики есть, еще не все, правда, открыты. Море находится рядом, недалеко, в ту сторону, примерно метров, может быть, ну, с километр. Метров 800, наверное, 800-900 до моря. Здесь фонтан при входе. Заходим, заселяемся. Красиво ухоженная территория. Справа сразу здесь бассейн. Бассейн подогреваемый. Здесь же бар. Бесплатно пиво, вино, мороженое. Бассейн разделен на два деления. Он детская площадочка, неглубокая. Здесь же бунгало рядышком сразу выходят к бассейну. Они чуть подороже стоят. И в углу он там спортзал. Сейчас зайдем, посмотрим, что есть в спортзале. Детская комната работает с 9 до 8, перерыв с часа до 2. Сухой бассейн. Детям тоже интересно будет здесь поковыряться, позаниматься, поиграть. Также есть кондиционер. И спортзал. Юные спортсмены занимаются. Здесь же ресторан Дель Соль. Можно также с рецепшн зайти. На улице посидеть, в помещении посидеть можно. Такой размеренный отдых. И питание, шведский стол, питание в ресторане очень хорошее. Во-первых, работает с 8 утра до 8 вечера. Перерыв только 2 часа, там получается между завтраком и обедом, и между обедом и ужином. Шикарный ресторанчик, шведский стол, все включено, выбор. Выбор очень хороший. Одних только фруктов, вон, посмотрите, сколько. Здесь же сразу 4 умывальничка, здесь же салфеточки. Все, рядышком ходить никуда не надо. Ресторанчик небольшой, можно сесть и на улице. С одной стороны, и с другой стороны. Также здесь можно присесть. Работают кондиционеры, в помещении прохладно. Такая небольшая территория. Территория разделена на два участка. Второй участок начинается вот за той высокой крышей. Туда пройдемся потом, посмотрим. Под этой крышей находится бильярд, теннис, кинозал. Поселили нас в 44-й домик. Отдельно стоящие домики. Ключ здесь электронный. Подносим. Есть чайник, кружечки, холодильник,
Так, а что, холодильник мини-бар? Нет, пустой. Зеркало при входе. Маленький сейф. Гладильная доска. Халаты. Щетки для обуви. Утюг. Ну, все основное есть, что надо. Шкафчик. Дополнительное одеяло. Санузел. Все свеженько, чистенько, аккуратненько. Полотенце, принадлежности, туалетная бумага, душевая кабинка, унитаз. Здорово. И комната. Два кресла. Большая кровать, тумбочки, кондиционер, телевизор, телефон. Все основное, что надо, все есть. Вот такой номер. Матрас мягенький. Идем прогуляемся по территории. Бассейн подогреваем, и здорово. Пройдусь по территории. Домиков на территории находится 100 штук. Ресторан. Ужин будет с 6 до 8. Чистят, подметают, убирают, поливают, стригут. Молодцы. Территория не широкая, небольшая, но длинная. По обе стороны стоят вот такие вот одноэтажные домики. Дача Дель Соль. Детская игровая площадка посередине. В номере есть полотенце. Полотенце для душа, полотенце для бассейна. На шезлонге позагорать, полежать. Бассейн теплый, подогреваемый. Здорово, дети резвятся. Детская площадка и песочница. Игрушки в песочнице лежат сразу. Здесь же рядом парковка. Автомобиль поставили не на территории, а рядом. Если выйти из отеля с левой стороны, в 50 метрах парковка. Здесь же медпункт есть, можно по необходимости обратиться. Вот эти две лавочки, это место для курения. Здесь пожарный выезд. Также здесь есть бильярдная, кинозал, теннис. В отдельно стоящем корпусе посередине территории
Два бильярдных стола. А сколько дюймов они? А по размерам столы. Они же разные? Не знаете, да? Ясно. Все бесплатно, да? Что бильярд, что теннис, все бесплатно. Кинозал здесь, ну, со всем этим и занимаются аниматоры, в основном организовывают все ближе к вечеру. Так что можно и здесь провести время. Здесь же бар находится. Вон. Пиво, соки, напитки. Здесь с двух сторон бунгало. Также детская площадка вот есть. Пройдусь с этой стороны до конца, посмотрю, что там есть. Нет, здесь в конце ничего нету, просто лужайка, поливают как раз ее, туда уже не пойдем. Аниматоры занимаются с детьми, также взрослыми занимаются утром. Акваэробика, днем там футбол на воде, ватербол. Также развлекаловку организовывают. И вечером программа у них частенько бывает. Не знаю, что будет сегодня. Вроде какой-то там хореографический этюд должен быть. Если будет, вечером сходим и сниму. Покажу. А так постоянно приезжают сюда группы, небольшие концерты проходят на бассейне. Когда дождь, погода, если не благоприятная, то проходят там, где теннис, бильярд находится. Вот такая территория Дель Соль. Уютно? Уютно. Больших корпусов нет, ничего нет. Чисто. На любую просьбу персонал реагирует быстро. Иду на бассейн. Вечер. Температура воды 28,5 в бассейне. Температура воздуха 26. Вечерние посиделки за столом. Фонтан, который перед входом. Красота. Здесь, помимо всего, ежедневно проходят программы. Это программа на сегодня, на 5 мая. Поэтому каждый день аниматоры работают. Велосипеды. Сейчас берем велосипеды на прокат. Они входят в стоимость. Какой берешь? Вот. Этот? Да. А ты какой? Этот? Так, берем велосипеды, прокатились. Прокатились на велосипеде. Буквально вот до пляжа получается 3 минуты не спеша. Вода уже цветет. Сегодня 5 мая. Видно, что вот он, зеленоватая вода цвести начала. На улице еще не месяц, на улице месяц май, но не Ташкент. Но тем не менее вода теплая. Сейчас только солнышко выглянет, и вот этот пустующий пляж станет полностью забитый людьми. Приезжайте, отдыхайте. Антон! Замечательно. Вечерняя анимация для детей. А как тебя зовут? Алина. Алиночка, ты из какого города? Саратовского. Ну ты практически местная. Давайте поаплодируем нашей кубаночке молодой. Держи. А расскажи, пожалуйста, что это такое? А как?
Баночка, а сверху у нас что? Ну, сеточка. Сеточка, как ты думаешь, если мы... Ночью домика подсвеченная вот так вот, красиво. Здесь в номер заказать можно, заказ по телефону. Блюда разные, различные, салаты, закуски, напитки, алкогольные напитки. Прямо в номер доставляют. Также рядом есть кафе, рестораны, в которых можно поесть. Но если берете все включено, здесь достаточно питания. Замечательно провели время. Подошло к завершению наш отдых. Подошел к завершению наш отдых. Поэтому мы покидаем это замечательное место. Очень здесь все понравилось. Также вот люди выезжают. Все, кто здесь будут отдыхать. Удачного и замечательного вам отдыха. У детей начинается акваэробика. Всего вам доброго.